Накануне священного месяца Рамадана в Самарской соборной мечети молились одновременно около 5000 мусульман. Прозвучал особый намаз, который будет читаться в течение ближайших 30 дней. Этот месяц наступил, и мы радуемся тому, что имеем возможность такую совместно прийти, совместно поклоняться и совместно получить довольствие Всевышнего. Во время Рамадана мусульмане отказываются от привычного образа жизни. Принимать пищу и пить они будут только ночью, от захода солнца до рассвета. Но главное, Рамадан – это еще и время духовного очищения и осмысления для каждого мусульманина. Надо просить за детей, за себя, за родственников, за всех надо. Кто умер тоже, за родителей просить надо, чтобы грехи им отпустил Аллах. Выходишь совсем другим человеком, полностью свободным. Забываешь все тяжелые, мирские проблемы все забываются, как заново рожденный получается. Молиться во время Рамадана мусульмане будут ежедневно 5 раз в день. Пост продлится до 9 апреля, а 10-го они отметят праздник Ураза-Байрам. Андрей Бессонов, Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События.